Очередным новичком сыктывкарского клуба «Николу Залез» стала звезда российского баскетбола в формате 3x3, член сборной России Мария Яцемирская. В классическом баскетболе Мария играет на позиции легкого форварда. За ее плечами выступления в студенческих турнирах различных уровней. В 2023 году Яцемирская стала победителем вторых игр стран СНГ, чемпионом России по баскетболу 3x3, серебряным призером первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Мы знаем возможности Марии, прекрасно понимаем, что для нее предстоящий сезон – серьезный карьерный вызов. Нужно будет пробиваться в состав, тренироваться и играть на пределе сил. Но я уверен, что у нее все получится, подчеркнул президент «Никелу Залез» Руслан Семенюк.